Вот здесь, ребят, надо будет немножко расширить туннель, что здесь нужно тормозить. Смотри, как мы сделаем. Ну, кирку не страшно сейчас, если мы стратим. Это последняя кирка. Ну, вот здесь свет. И давай вот здесь вот хватит такой длины. Вполне. Здесь у нас уходит лестница. Здесь мы тогда сделаем такой уютненький пол. Собственно, дальше. Дальше вполне можно продолжить наверх. Даже, в принципе, потратить на это остатки кирки. И потом пойдем сдавать инвентарь. То, что там мы уже добыли, складывать. Ну, а касательно строительства железной дороги, ну, я не знаю, посмотрим. Безумно меня увлекают вот эти лестницы сквозные. Просто обожаю их делать. Ну что, еще кирки чуть-чуть. Здоровье осталось. Втыкаем. Так вообще надо будет подумать, конечно. Подумать над тем, что перейти ко всяким навыкам. Возможно, даже уже переходить к немирному режиму. Где-то я слышу, что якобы ход назад невозможен, но это, как говорится, посмотрим. В смысле, если уж ты поставил мирный, то типа уже будь мирным до конца своих дней, что называется. Так, ставим вагонеточку. Садимся в нее. Я думаю, ехать тут недалеко. Не факт, конечно. Но, да. Я думаю, сейчас мы уже приедем. Сейчас повозимся в сундуках. Посмотрим, что у нас в сундуках лежит хорошего. Интересного. Спрыгиваем. Так, а вагонетка удачно у нас встала. Собирайся. Так, вот этот сундук, конечно, бы повернуть. Ну ладно. Теперь смотри. А, все-таки складываем булыжник на место. Тем более мы еще и нового наковыряли. А, теперь золотишко у меня здесь. Да, 10 золотишек и еще 18. 28 золотишек. Редстоун мы сложим. Так, рельсы, энергорельсы. Стоп. Спокуха. Сложим их рядом. Уголек сложили. Железная руда. Ну что, сложили рядом с золотой тогда. Здесь, ребята. Все камни. Мои других видов андезитик. Ну так примерно готово, ребята. Вот что дальше делать, это для меня большой вопрос. А вот, собственно, сквозная лестница. Да. А вот что я вспомнил, что я должен делать. Надо будет экипироваться. Вот, 64 лестницы у нас. Потом надо будет сейчас понаделать кирок. А, вот они у меня уже и есть, собственно, что. Подожди. Сразу тогда их в арсенал. Топор. Ну, топор тоже можно взять. Меч тоже можно взять. Тем более, там может быть шахта. Сёду, это все мы используем. Алмазная лопата у нас с собой. Где у нас палки? Что-то с палками как-то у нас не густо. Да, вот мы вот из этого палки сделаем, вот из этих
остатков бревен, досок вернее. Потому что здесь, вот здесь дофига их. И палки есть. О, и тут еще эти есть кирки. И алмазные в остатке. Ну что, мы возьмем. О, вот еще кирки. Слушай, да выше головы просто. То есть мне нужно, по идее, лестницы, кирки и свет. Ну, света не так много, но... Это что, уголь, да? А давай мы тогда, по крайней мере, сделаем свет. А, тут не то. Так, тут у нас тоже булыжник. Здесь у меня света не хранится, но здесь у меня есть уголь. Сейчас понаделаем, во-первых, палочек из этого бревна. Таким образом. И таким образом. Итого у нас сколько палок? 35 палок. Так, делаем 64 света. И сколько тут еще будет светов? Еще 64. Ну, очень приятно. И что? Это просто готовиться к следующему выходу. В следующем выходе мы будем делать лестницу, поэтому железнодорожные все инвентари мы убираем. Также мы убираем уголь, доски. Палки, не надо ничего. Уголь тоже убираем. Железные слитки. И факелов один комплект убираем. Ну, в общем-то, тут достаточно, если мы нарвемся на... А, давай, знаешь, что еще сейчас сразу сделаем? Мы сейчас еще сразу сделаем... Вот чего. Да, ты угадал. Так, раз, два, три, четыре. Такой уголок сразу раз. И выкладываем это в инвентарь. Лестницы у нас уже стали заканчиваться. Ну и вот, приятное занятие. По максималке просто. Колоссально. Обожаю. 4, получается, у нас комплекта получится. 4 комплекта. Шикарно. Отключаем. И из этих 4 комплектов, соответственно, я думаю, да, вот так вот 3 оставляем. И здесь мы, у нас получается, что вагонетка для того, чтобы доехать, свет, кирки, ну давай еще одну кирку. Все, достаточно. И, ребятки, будем работать.